Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер и снова Gran Turismo 1. Да, хоть мы его и прошли в прошлых сериях, но я что-то посидел, подумал, покумекал и понял, что не все я сделал, что обещал. То есть есть какие-то остались небольшие мелкие вещи, в принципе, довольно интересные, которые я недостаточно осветил. Ну и плюс еще хотелось заработать одну машину, которую нам так и не получилось заработать, и мы попытаемся в этой серии ее тоже получить. Вот. Ну и поэтому это такая дополнительная, так скажем, будет серия. Ну, давайте, не откладывая в долгий ящик, начнем. Значит, есть такая фишка в этой части Gran Turismo, это как тесты, да, машин. Ну и мы хотели с вами проверить все-таки, какая же из машин первой части Gran Turismo самая мощная, самая быстрая. И это как нельзя лучше можно сделать в одном из тестов на разгон. Вот. Поэтому у нас есть две таких самых мощных машины. Это вот GTO, которую я сейчас взял. Она у нас, насколько я помню, не совсем, да, вот видите, до конца прокачана еще. Сейчас мы тут немножко ее докачаем, благо денег у нас с лихвой на это дело. Так, ну и, по-моему, все. Только вот не было что-то там в двигателе куплено. Да, облегчено. Вот, и сейчас мы тогда с вами проедемся на этой ГТОшечке на тесте. 400-метровки. Мы уже ездили здесь, но она была не в полной боевой комплектации. Будем ездить, значит, на машинах стоковой комплектации, точнее, стоковых настроек. То есть они будут полностью прокачаны по максимуму, но настройки я не буду лезть, так как есть, так все и будет. Так, ну что, давайте посмотрим, на что способна у нас GTO. 928 лошадей. Ну, так как из 10 секунд вышли, это уже, в принципе, неплохо. Так, сейчас увековечим себя. Рекорды. Так, ну да, вот получается 9,3 было, 9,2, ну, конечно, слабовато. Так, давайте попробуем еще раз. Старт был не из лучших. Эх, чуть-чуть даже хуже. Так, ну ладно, 9,2, в принципе, пойдет. Сейчас тогда возьмем самого главного конкурента GTO-хи. Это у нас будет Nissan Skyline R33 GTR V-Spec. Да, вот он тоже. Немножечко. Так, насколько я помню, у него там что-то с турбиной. У него все есть, кроме турбины. Она, по-моему, второй стадии или третьей. Да, второй.
Третья, четвертая. Вот, 941 лошадиная сила, да. А в японской версии, насколько я помню, они чуть-чуть мощнее, там 963, по-моему, у него лошадки здесь почему-то немножко занизили. Так, и, по-моему, все. Массу сейчас. Так, вот такой у нас гоночный комплектухи идет. Так, ну что, идем. Теперь разгоним его на 4 соточки. Ну, вообще-то он быстрее, конечно. Он по разгону быстрее Гетох. И, в общем-то, мы должны на Скай уделать ГТО. Девять ноль сорок одна. Чуть-чуть не хватило из 9 секунд выйти. А, печально. Но ГТО уделали, вот получается, на 0,2 где-то. Да. Так, сейчас попробуем перезаезд сделать. Так. Да, ради этого стоило 1000-ю снять. Да-да-да. Так. Обалденный рекорд. Так, и можно еще попробовать их прогнать на 1000 метров. Разогнать на 1 километр. Ну, то есть это вот вся прямая на тест-курсе. И вот на этой-то прямой... так, давайте сразу Ская сюда загоним. Тут, по идее, должна ГТОха его обойти. Потому что, как я говорил, у Ская у него ограничитель стоит в районе 320 километров в час, а ГТОха-то она в ограничитель тут не успеет упереться. Кстати, 400-метровку вы поглядите, 8,6. Вот сейчас на 1000. То есть он способен на больше. Вот и все. В ограничитель он уперся. 15,5. 15,5. Так, это у нас получилось 1000 метров. Так, и здесь он, по-моему, первый, да. И вы видели, что в 400 метровке он не смог выдать такое время, как выдал здесь. То есть за 8,6 прошел 400 метров. Надо еще раз прогнать. Старт был плохой в предыдущие разы. А здесь разогнались лучше, и на тесте на 1000 метров он старт резвее показал, чем на 400-метровке. Нет, ну что-то опять у него не идет, ну что ты. Немножко лучше, но... Так, ну... На самом деле тут дело все в старте. Обороты у него проседают. И он... Задержка идет. Угу. Ну ладно, мы знаем, что... В принципе, можно ловить этот момент. И... Улучшить все-таки время.
Но мы знаем, что он способен на 8,6. Точнее, там 8,690 было. Так, теперь снова берем ГТО и загоняем ее на 1000 метров. Сейчас посмотрим. Но что-то я не уверен, у нее разгон 9,2, 400 метров, это она проиграла 60-х. Способна ли она будет отыграть это отставание, которое она теряет за первые 400 метров. В момент, когда у Sky начинается затык этот на 320, на скольке она вот успеет сейчас разогнаться. Не хватит ли этого задела? Ой, совсем плохой старт. 9,4. 400-метровка. Не думаю, не думаю. Кошмар. Даже на 1000 практически секунду. 0,8. Вот такой вот Skyline оказывается. Я думал, он похуже будет. То есть он за первые метры, где-то, наверное, за первые 500 метров, он... Так, еще раз давайте попробуем. Он делает такой себе задел, что ГТУха не способна это отыграть. Конечно, если залезть в настройки и покурочить обе этих машины, они поедут гораздо быстрее. Тот же Skyline, можно у него этот ограничитель даже убрать, и он покажет еще лучшее время. Так, ну вот, 0,3 сами у себя отыграли, хоть до полусекунды довели отставание от Sky. Ну, в общем, получается у нас на 1000 метров где-то около полусекунды отставания. А на 400-метровке где-то 0,4. И есть еще одна машина, которая на самом деле по показателям довольно сильно уступает им обоим в мощности. Но я думаю, на 400-метровке она будет способна показать нечто. Это вот этот козырный аппарат, тоже Mitsubishi, только теперь это у нас будет FTO. Я думаю, что по крайней мере уж ГТОшке она уступит немного, если вообще уступит. Сейчас попробуем, потому что на разгон она тоже очень хороша. Конечно, тут можно поупарываться, понастраивать машины эти, взять механику, момент старта потренировать и за счет этого тоже время улучшить. Так, ну вот, смотрите, 9,118. Это практически мы до Sky дотянулись. Да, и уделали ГТО. Вот тебе, пожалуйста, FTO LM Edition. 9,271, 9,118. На десяточку-то она шустрее ГТОшки. И сейчас мы ее на 1000 метров тогда еще прокатим. Ну, на 1000, конечно, ей мощей не хватит, и она тут, наверное, уже уступит больше. Но она все-таки, хоть у нее мощей меньше, но она легче, чем оба ее конкурента. Видимо, за счет этого она вот берет свое на разгоне на 400 метров. Давай, ФТОха. Так, на 400-ке немножко хуже время показала. Ну, смотрите, тоже за 300. Практически до скорости Sky.
Разогналась 16,6. Так это... Я даже и здесь она уделала у нас ГТО. А, нет, 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 не уделала. Извиняюсь, у нас 16,3. ГТОха показала, да, а ФТУшка 16,6. Но все равно, очень, я говорю, классный аппарат. Это еще, когда мы с вами проходили чемпионат Япония против Великобритании, кажется, я вам говорил, что этот аппарат очень хорош. Имею в виду FTO. Именно FTO LM Edition. Ну и вот давайте сравним. FTO у нас 541 лошадиная сила, но вес. Вес меньше тонны, 930 килограмм. И возьмем Skyline. 940 лошадей, но вес 1300. То есть фактически на почти 400 килограмм Sky. А GTO и того больше весит. Почти 1,5 тонны. Да, так что тут видите, насколько важен вес. Так, ну что, я думаю, вот примерно так показал. Есть еще тест на максимальную скорость. В принципе, ту же GTO можно было бы прогнать там. Но я думаю, мы сделаем это немножко позже. А сейчас давайте... И вот, кстати, в этих тестах мы довольно много времени проводили вот с тем же Лехой, с моим другом, настраивая машины, сравнивая их. И как они, в общем, смотрели, как они будут вести себя друг относительно друга. Так, вот у нас есть Сильвия, на которой мы хотели пройти 30 кругов R11, но нас туда не пустили, потому что машины в гоночной комплектации туда не допускаются. Предлагаю вам на Сильвашке на этой пройти вот еще раз чемпионат Япония против Америки. И очень сильно надеюсь, что в этот раз нам удастся заработать Viper GTSR. Мы тут с одним из моих подписчиков, Виктором, пообщались и таким логическим путем выявили, что это все-таки на этом чемпионате дается Viper. Повспоминали. И теперь вот он тоже мне пожелал, чтобы я попробовал его заработать все-таки еще раз. Ну и, в общем, выполняю твою просьбу, Виктор. Так, ну давайте посмотрим, как все-таки Сильвашка себя ведет. Внешний вид, конечно, у него просто обалденный. Так, кто у нас соперник? Ну, концепт-кар я не считаю за соперника. Слишком уж он маломощен. А остальные машины... Так, ну сразу что хочу сказать. Сильвия, у нее достаточно ярко выраженная недостаточная поворачиваемость. Я не ожидал от нее такого. Да. Она довольно стабильно себя ведет, но достаточная поворачиваемость у нее есть. Цвет, конечно, классный. Ярко-зеленый, кислотный. Прям такая дрифтовая тачка. Хотя в то время еще, в общем-то, дрифтом не увлекались. Но она уже в то время была раскрашена вот в эти ярко-кислотные такие цвета. У нас дрифтеры любят
яркое оперение. У нас, в принципе, недалеко от нашего города. Тут тоже построили трассу. Примринг называется. И вот я, бывает, езжу туда смотреть соревнования наших дрифтеров чемпионата РДС Восток. Russian Drift Series. Восточный регион. В этом году, если честно, не очень следил. Даже не знаю, кто там чемпионом стал, но в прошлом стал чемпионом опять Щербаков. Ездит он на 180SX. Ниссанчики. Так, телефон звонит, извините меня. Так. Прошу прощения. Друг звонил. Так, ну в целом неплохо лупит. И звук мотора мне нравится. Такой низенький. Конечно. Сейчас уже звуки моторов эти не особо впечатляют, но по тому времени очень хорошо звучали. Тоже привыкать, конечно, не надо. Как я уже говорил, к любой машине надо привыкать к стилю ее езды, к управлению ее, но довольно такая стабильная машинка. Я вот, если честно, не особо помню, я на ней там, в детстве ездил много, но мне она понравилась сейчас. Судя по всему, была плотная борьба Импрезы и R32 ГТРчика. Рекорды побили. Это мы первый раз здесь, в этом чемпионате, на Чайзере ездили. Вот, уделали времена чайзеровские. Концепт-кар, он просто в другой лиге. Один-единственный. Сам в своей едет. И постоянно выигрывает в этой лиге. А, унесло тебя. Скайланчик. Да, импресска тут в этом чемпионате, наверное, будет лучшей среди остальных. Если ее на прямых, на длинной прямой, вот на этой трассе, не смогут обойти, то, опять же, равных у нее не будет. Потому как на извилистых трассах она, конечно, за счет
разгона. Вот, кстати, что еще можно. Денег у нас, благо, хватает. Вот купить ее. Потому что на разгон она очень хороша. И на 400 метровке попробовать еще вот эту импрезу. Поставить ее рядом с нашими там титанами. Да, наверное, мы с вами так и сделаем. Сейчас проедем, доедем этот чемпионат. Если нам дадут вайпера, вайпера, в принципе, ставить на 400 метровку особого смысла нету. А вот на максималочку его можно протестить будет. И купить импресску. И попробовать ее столкнуть лбами со Скаем, с ФТО, ну и битвохой. Я думаю, импреза, она ей по силам даже, возможно, Ская уделать. Ну или, по крайней мере, очень-очень близко к нему подобраться. Потому что на 400 метровке, на самом деле, Скай-то у нас все, на что способен, не выдал. Все, на что он способен, он выдал, блин, в тесте на 1000 метров. И лучшее время разгона там показал. Надо запомнить, 8.690 его время было на 400 метровке там. И вот к этому, конечно, времени будет довольно сложно приблизиться. Но те 9 секунд, которые он реально показал, я думаю, побить можно. Да, стабильная машинка, хорошая. Так, ну тем временем, без особых проблем, выиграли вторую гонку. Да, импреза и здесь лучшая. Даже третий корвет пришел, а не Скай. Так, обновлен рекорд и здесь у нас. Приятно. Так, ну полмиллиона у нас есть, на импрезу хватит. Вайпер, если его дадут, то его прокачивать не надо. Он у нас будет полностью уже прокачанный. Так что денег нам на все хватит. Так, скоростная трасса. High Speed Ring. Посмотрим, сможем ли мы здесь уделать рекорды Чайзера. Плохо там пытается в глушак надышать. Так. На очереди Скай. Оп. Ну, импрезу, я думаю, напрямую сделаем. Что у нас тут по максималке? Проска она тоже. Агрегат ролейный, максимальная скорость у нее небольшая. 300 она не выдает. А у нас-то, слава богу, за 300 аппарат кочегарит.
Не, ну здесь импровизу просто обязаны делать, как так. Пока держится. Это вообще не ее трасса. Где там корвет-то? Так и идет вторая. Чуть не сказал первая. Ай-яй. Не, ну вы смотрите, а. Так и пришла вторая, молодец. Неожиданно. Да, такие монстры позади. Так, ну что же. Кстати, рекорды-то опять побили. Причем там так неплохо. Было 51 секунда, стало там 47 с чем-то. 3 с лишним секунды сняли. Так, Гранд Воли. Предпоследняя, да? Кажется. Тут 5 трасс. Ну да, Гранд Воли получается четвертая. Эх, направо бы вон туда свернуть. Да по большому кругу. Но не дают, не дают. На торможениях тоже стабильная машина себе. Не кидает ее. Тоже хорошая машинка. Понравилась мне. Рекомендую. Так, ну, не изменяя традициям, надо и здесь рекордик делать. В горочку на четвертой недовольно урчала. На третью бы ей там, конечно. Ну, автомат тут не всегда выбирает нужные передаточные числа. Так, ну со второго круга надо побить. 56 587. Ну и да, мы сейчас побьем. 54 4. Хорошо.
Такс, одолели еще одну трассу. Думаю, тут в отрыв импреза, ну естественно. Что они GTO хоть теперь третья. Все там меняются, чередуются. Единственное, кто стабилен, это концепт кар. Вот признак мастерства. Всегда на своем месте. Ну вот, вернули свои 600 тысяч. Так, последняя R11, если мне память не изменяет. Да. Да, ребята, а тем временем чемпионат и сезон Формулы 1 закончен. Вот, последнюю серию-то я записывал, помнится, накануне финального этапа, финальной гонки, и тогда еще не было известно, кто станет чемпионом мира. А теперь уже понятно, и мы знаем, что им стал Льюис Хэмилтон. Второй титул им взят, завоеван. Ну, на самом деле, если так-то брать по чесноку, то, конечно, он посильнее этот чемпионат провел, чем кто бы то здесь ни было. Даже его напарник Росберг. То есть 11 побед, конечно, говорят сами за себя. Но дело даже не в этом. Мне на самом деле хотелось, чтобы последнюю гонку выиграл Росберг, даже при том, что Хэмилтон становится чемпионом. Ну, было бы красиво, 3 очка всего. Ну, то есть потрясающий сезон был бы проведен абсолютно на равных. Их бы разлило 3 очка. Но было на самом деле очень печально. Прям сердце, так сказать, кровью обливалось, глядя на Росберга, как он на подбитой машине и буквально рассыпающийся по ходу гран-при бедолага ковылял к финишу. Ой, в итоге еле-еле финишировал 14-м. Ну, что сказать, боец тоже молодец. Ему там и на последних кругах уже и команда говорила, что парень, давай заезжай, потому что машина, ну, просто рассыпается. А он, нет. Я, говорит, хочу финишировать последние гонки. И пока он еще был в очках, то есть он терял скорость, его постепенно догоняли, обходили. И он там тешил еще себя надеждой, что если вот Хэмилтон все-таки сойдет, какие-то проблемы у него будут, то ему нужно было финишировать не ниже 5-го места. И он команде, там, своему гоночному инженеру говорил, давайте попробуем хотя бы финишировать 5-ми. Ну и какое-то время действительно казалось, что ему это удастся, но потом проблемы усугубились и его выбросили вообще из очковой зоны, из очковой десятки. Вот, и финишировал он в итоге 14-м, а Хэмилтон практически до самого финиша боролся с Массой. Масса просто концовку сезона провел на ура, и особенно Абу-Даби. То есть Вильямсы до последней гонки прогрессировали и даже боролись. Вот я говорю, что молодцы. В Абу-Даби смогли навязать борьбу за победу. То есть Масса бился за победу с чемпионом мира. Вот. И я прям рад за него. Вильямс и Масса в частности. Я просто в восторге, конечно, как они воспряли в этом сезоне буквально из небытия. То есть что Вильямс, что Массу, их уже со счетов списали в прошлый год. Вильямс вообще там еле-еле 5 очков нашкреб там этих сраных. Вот. И, ну и Масса тоже. Феррари его, конечно, Алонсо там задавил, хотя Алонсо ли его задавил или сама команда, неизвестно. В общем, видно было, что психологически парень сник.
А Вильямси вот начал оживать, оживать, и к концу года вот все-таки растормошился. Будет очень интересно посмотреть в следующем году, на что будут способны Вильямсы. Я думаю, что они не остановятся на достигнутом на самом деле. Вот. Плюс тут еще переходы все эти наконец-то подтвердили, что действительно, да, Алонсо у нас будет в следующем году в Макларене. Долго было неизвестно, кто все-таки его напарником там будет, Магнусен ли, либо Жека Кнопенко. Вот, но все-таки Баттона решили оставить, я рад очень за него, что Баттон на самом деле гонщик очень умный, очень, очень быстрый, тактически очень подкован. Именно сам я тоже очень люблю за ним следить, за его гонками. Я очень рад, что его оставили. Рано его еще списывать со счетов. Он еще очень многое может показать. И на самом деле я не уверен, что Алонсо так же легко придется с Баттоном, так же, как он в этом году с Райконеном расправился. Очень не уверен. Баттон, он такой соперник. Вроде тихий. В квалификациях он не очень силен. Это да. Но в гонках он всегда свое берет. Всегда. Вот, если он на фоне Хэмилтона не потерялся, мягко говоря. Посмотрим, как они будут с Алонсо сражаться. Ну, для этого надо, чтобы Макларен поехал. У меня есть сомнения на этот счет. По крайней мере, что они будут ехать там, в первой половине, первой трети хотя бы сезона следующего. Скорее, это для них следующий год будет такой, как тестовый. И уже 16-го начнутся серьезные дела. Так, ну тем временем мы закончили чемпионат. Вернули вот прям те же самые 640, теперь у нас 1000. И теперь надо смотреть, чтобы дали нам вайпер. Это просто самое главное сейчас. У меня сейчас руки аж начинают потеть. Как я жду. Так, ну, смотрим. Ребята, надо, чтобы был вайпер. Да, есть, вот он, красавец, вот он, вайпер GTSR. Белый, белой раскраски с этими синими полосками, ну просто классика. Ай, красавец. Отлично, просто с первого раза дали нам его. То я уж думал, что придется переезжать, как это все потом делать, с видео этими резать или нет. Но все это было напрасно, потому что нам его дали сразу же. Отлично. Очень я рад. Так, теперь давайте зайдем в Subaru. И купим еще один спешил модель. Так, вот она. Черная, синяя. Ну, я думаю, давайте ее в синий купим. Все-таки более классически, как она и в ралли участвовала в такой цветовой гамме. Так, берем. Да, и у нас остается каких-то паршивых 140 тысяч. Так, давайте засейваемся на всякий случай. И сейчас протестим еще эти две машины. Как они себя покажут. Так. Так, сейчас мы на импрезе. Ну, давайте ее на 400 тогда сразу и запустим. На 1000, думаю. Хотя можно и на 1000 ее прогнать. Но она в ограничитель упрется еще раньше, чем Sky. Но все равно можно. У нее там чуть ли не 260 максималка.
Ну давай, красавица. Ой-ой-ой, смотрите, какие у нее передачи короткие. Кошмар. Кошмарики. 9,1. Она за 400 метров практически максимальную скорость набрала. Очень короткие передачи просто. Как жучок такой. Да, обалдеть. Так, ну и на какое место мы ее поставили? Ага, то есть она, как я и говорил, уделала ГТО-ху довольно легко. Стала, по сути, рядом с ФТО-шкой. Ну да, до Sky, конечно, далековато. Если еще взять в расчет не это время, 9.0, а 8.690, тут, конечно, пропасть. Но, в принципе, неплохо. Не, на 1000, я думаю, смысла нет. Но она действительно за 400 метров набрала свои 260. Нормативные, профсоюзные. И на этом все. Так, а вышел я зря, я хотел еще раз. Давайте по две попытки, как было у каждой машины. Может быть, удастся со второй попытки ФТОшку уделать. Сейчас мы второй раз прокатим. Не, ну это кошмар. Насколько у него короткие передачи. Смотрите, 450. Да! И со второй попытки. 9.075. Тут и Sky-то уже, в принципе, рядом. Четвертое место. Ну, по сути, второе, конечно. ФТО-ха уделано. То есть вот на 5 сотых еще время сократили, и ФТО-ха осталось позади. 9 ровно. Так, теперь выходим, и надо попробовать за рулем вайпера. Вайпер, в принципе, можно на 1000 поставить. Конечно, на старте он проиграет много за счет своей заднеприводности. Так, вот. Ай, красавец, вайперюга. Ай, красавец. Да, в детстве, помню, на нем очень нравилось. Я вайпер имею в виду. Но довольно сложно на нем было ездить. Он заднеприводный такой, мощный. И... Но зато, когда научились на нем гонять, первый это был Лёха, а Лёха его приручил раньше. Ну и просто, конечно, обалденно все это было. Так, ну да, 400 тут, больше 10 секунд, но на 1000. На 1000. 17.9, ну не, на самом деле на 1000 не особо. 17.9, ну это мы, конечно, с мастодонтами сравниваем-то, да. То есть тут вне конкуренции Sky, ГТО-ха, даже ФТО, вот, и вот он Viper. И знаете, у меня такое ощущение, что... Что? Возможно, у него что-то не куплено, можно сейчас зайти в тюнинговый салон у нас Крайслера. Так, тюнинг. И посмотреть. Нет, он у нас... Нет, бестурбовый, но может быть у него двигатель что-то есть. Нет? А, так. Нет, ничего нету. Ничего. Ну ладно. Так. Теперь давайте все-таки его на максималочку прогоним.
Я помню на чемпионате Мега, вот на тест-курсе, в слипстриме он у нас даже больше 400 шел. Или там что-то 390. Ну, очень хорошо на самом деле его разгоняли. Но, правда, с использованием слипстрима. Хотя, опять же, тогда мы не понимали, что это слипстрим играет роль. Мы просто вот ждали момент, когда же он втупит. Разгоняется, конечно, он неспешно. Но звук мотора, послушайте, ну просто как самолет. И, по-моему, у него есть еще... По-моему, у него есть шестая передача. По-моему, есть. Да, у него есть шестая, и на шестой он пошел даже быстрее, чем на пятый. По идее, надо, да, ему залезть в настройки, в коробку передач и поднастроить. У него пятая не тянется, слишком длинная. Ее бы укоротить. Он тогда и на ней разгонится лучше, эффективнее. И шестую. Ну, смотрите, он на пятой практически прекращает разгоняться, и на шестой снова пошел, пошел, пошел. Да, вот в чем фишка была. Его нужно было настраивать. Ну, так вот, 355. То есть, как я говорил, в стоковом таком варианте, без настроек, он у нас выдал 355 километров в час. Но если его немножечко, буквально чуть-чуть поднастроить, он гораздо больше пойдет. Так, теперь мы, наверное, возьмем на максималочку ГТОху разгоним. Возьмем ГТО нашу. Вот она. И потом заключительным прогоном мы сделаем кастрольчика на максималочку тоже. Посмотрим. Ну, чемпионом, я думаю, по части разгона так и останется Sky. А вот по максималке довольно интересно, кто же у нас будет чемпионом. Ну, ГТОха, я думаю, сейчас уделает Вайпер. Она где-то, я думаю, 380-то выдаст. Да, вот даже на первой прямой, в принципе, Вайпер уже позади. У него 355. Так, пошли превышать. Так, давай 380. Даже 390 будет. 393. Ова. Чиркнули по бортику. Так, ну, думаю, здесь она уже не успеет разогнаться до этих цифр. Триста девяносто три. По чистой скорости. Ну, думаю, ее уже никто не возьмет. Кастрол, думаю, будет шустрее Вайпера. Но не дотянется до ГТОхи. Так, смотрим. Кастрол Супра GT. Ну давай. Черный монстр.
Покажи, на что ты способна. Еще одна машина есть здесь, в первой части Гран-туризма, которая превышает мощность 900 лошадиных сил. Это у нас тоже Supra, но только RZ. И вот она... Она-то, кстати, в общем-то и была королем у нас с Лехой. Она выдавала 425 км в час. Но это было, естественно, с настройки нужно. Это не стоковый ее вариант. Все, ее полностью прокачивали и настраивали. Там и подвеску делали низкой, жесткой. Коробку передач, конечно, там настраивали эти передаточные числа до просто... до миллиметра там уже выводили. И в итоге вот смогли ее разогнать до 425 км в час. Так, ну, Кастрол... Ох, а у нее седьмая есть, ничего себе. Тоже слишком, надо бы ей передачки-то шестую тоже немножко подвигать. Поздно, она на седьмую переключается. Ей уже оборотов не хватает. Кастрол-то. Да, даже до Вайпера не дотянулась. Ну, у них их настраивать надо. Их надо настраивать. А вот в таком варианте, в заводском, у нас что получилось? Чемпион ГТОха, следом Вайпер, потом Кастрол. Так. В принципе, ту же Слефтеоху понастраивать, она примерно, я думаю, на те же цифры выйдет. Но это довольно много времени занимает, и этим мы, конечно, сейчас не будем заниматься. Вот я вам, в принципе, показал, что сам вообще, в принципе, этот режим, что тестов добавили вот, на разгон, на максималку, он уже, ну, это как отдельный какой-то фетиш. Тут можно пройти, пройдя игру, вот этим еще заниматься. То есть сидеть, настраивать машины, брать их, прокачивать и, ну, просто наблюдать, какая из них на что способна, и выводить их, так скажем, на максимум своих возможностей. Вот. Но это надо этим заниматься. Те, кому интересно, вот, могут попробовать. Вот. Ну что же, на этом... Думаю, тогда действительно все. Все, что, в общем-то, я хотел. Я вам, дорогие друзья, дорогие мои интернет-зрители, показал. Мы с вами проделали большую работу. Прошли все чемпионаты. Да, не везде с первого раза, но практически. Ну, старался так, чтобы было интересно. Вот, и... Ага, ребятушки, вот еще что у нас тут появилось, я совсем забыл. Это когда проходишь последний чемпионат. Вот, чемпионат мира Гран-туризма открывается, GT Hi-Fi. Это Гран-туризма в высоком разрешении, так скажем, на первой PlayStation. Вот, давайте на той же кастроле я вам покажу, в чем фишка. Ну, вот, буквально возьмем, тут вот три ночных трассы получается. Ну, давайте короткую возьмем, чтобы много времени не отнимать. Это просто заезд на время одиночный, но он называется Hi-Fi. И мы тоже, когда первый раз его открыли, недоумевали, что же это вообще такое. А это вот что. На самом деле здесь FPS поднят до 60. И графика лучше. Улучшенная графика. Вот вы сами можете наблюдать, что ну, как-то глаже, что ли, идет все это дело. И
так как играю на эмуляторе, может быть, не так заметно, но на самой Соньке графика была чуть-чуть похуже Gran Turismo, и здесь прям в глаза бросалось, что, во-первых, машина не так расплывается, да, четче текстурки, разрешение выше здесь. Здесь выше разрешение за счет того, что, а вот обратите внимание, допустим, нету света от фонарей, да, убран он. Дальше убраны практически все дома. Вот вы посмотрите, окружающей среды нет. То есть, по сути, здесь только есть трасса и, ну, объекты какие-то на трассе. И все. Все, что вне трассы, все убрано. То есть, по затратам графическим все отпущено на обработку более высокого разрешения самой игры. Ну, на самом деле-то это и здесь заметно. Заметно, что разрешение стало выше. Внутри как бы самой игры. Не эмулятора даже, а вот внутриигровое разрешение увеличилось. И тут физика другая. Здесь уже физика сложнее. То есть режим Hi-Fi переработан практически полностью. Вот такая вот фишка. Ну, на самом деле, тут всего три трассы ночных этих, ну, тут, потому что на них менее заметно, что, ну, дома там убраны. Вот, и, ну, довольно он, да, прикольно покататься, но скучновато, конечно, ездить. Вот, и вот на реплее можете заметить, тоже видно, что картинка-то получше стала. Так, ну ладно, смотреть мы полностью не будем. Вот были еще и такие фишечки небольшие в первой части Gran Turismo. Вот. Ладно, выходим. Вот. Еще и это показал вам. На самом деле сам забыл даже, что есть такое. Ну, теперь уже точно все. То есть вот мы с вами начали с лицензий, потом прошли все чемпионаты. Вот я вам показал, что есть еще тесты такие, которых можно на самом деле, как я уже сказал, залипнуть очень надолго. То есть настройка машин очень детальная, очень проработанная, которая действительно очень сильно влияет на поведение машины. То есть игра действительно игра прорыв, игра, которая сделала большой шаг вперед в жанре автосимов и популяризировала его. Самая, наверное, главная ее заслуга, что она именно была такой доступной игрой, несмотря на то, что она на самом деле довольно хардкорна по тем временам, тем более. Вот. Она стала невероятно популярной. Ну что ж, друзья, закончим на этом с первой частью Gran Turismo. Я думаю, те, кто из вас следит за моим каналом, за моими видео, уже понял, чем мы будем заниматься дальше и какую игру дальше будем проходить. Вот. Немножечко отдохнем от гонок. Вот, то что, если честно, я и сам чуть-чуть устал гонять в нее. Вот, надо немножко разрядить атмосферу, а там, глядишь, доберемся и до следующих частей GT. Но это будет, как говорится, уже потом. И вот на этих великолепных кадрах новенького свеженького Viper GTSR хочу с вами попрощаться. Вот, подписывайтесь, комментируйте видео. Не устаю повторять, что мне это очень важно, очень интересно с вами общаться. Вот. Так что давайте не прекращать общение. Вот, ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был, как всегда, Скудер. Ну и увидимся в следующих прохождениях.
Всем пока-пока.